Сотрудники Ленинского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов Московской области проводят встречи с работниками крупных предприятий района. Цель этой акции – проинформировать граждан о способах погашения возникших задолженностей и возможности получения самой актуальной информации от службы судебных приставов, касающейся конкретного гражданина. Главная проблема, как отмечают сами приставы, это невозможность извещения гражданина о том, что у него возникла задолженность. Часто адреса, которые указаны в федеральных базах данных, не соответствуют. Соответствует фактическим. Иными словами, человек прописан по одному адресу, а проживает совсем в другом месте. Таким образом, он не получает извещения об имеющемся долге. На встречах с гражданами приставы демонстрируют возможности дистанционного получения подобной информации. Есть сайт Федеральной службы судебных приставов России, где каждый гражданин может, обратившись на данный сайт, посмотреть, имеются ли долги в отношении данного гражданина. Очень часто рядовые граждане и не подозревают, что у них имеется долг перед той или иной организацией. Это могут быть неоплаченные штрафы ГИБДД, налоги, долги по ЖКХ. Между тем, санкции за неуплату задолженностей могут быть самые жесткие. Например, арест средств на банковском счете, лишение права управления транспортным средством или запрет выезда за границу. Чтобы не оказаться в такой ситуации, служба судебных приставов готова предложить гражданам самые современные средства мониторинга долгов, например, приложение для мобильных устройств. При скачивании данного приложения на свое мобильное устройство есть несколько пунктов. Для поиска физического лица вам необходимо вбить фамилию, имя, отчество, а также дату рождения физического лица. На необходимость подобных встреч указывает и тот факт, что в ходе общения с приставами граждане задают массу вопросов, касающихся сферы выплаты долгов. Также стоит отметить, что благодаря таким выступлениям количество обращений граждан за информацией в службу судебных приставов выросло в разы, а сами граждане более грамотно могут выполнять требуемые юридические процедуры. С момента, как мы начали доводить эту информацию, да, увеличилось количество людей, которые обращаются в службу судебных приставов при возбуждении исполнительного производства в наш непосредственный отдел с подтверждающим либо документом, либо обращаются и говорят, да, мы не знали об этом долге, мы согласны об этом штрафе, мы готовы исполнить, просим вас предоставить нам квитанцию. Подобные встречи с населением проводятся на постоянной основе. Кроме того, любой гражданин может совершенно бесплатно обратиться в местный отдел Федеральной службы судебных приставов, где он получит самую исчерпывающую информацию.